Коллеги, здесь очень-очень интересно, не переключайтесь. Рядом со мной Виктория Борщева, наш партнер, партнер retail.ru. Здравствуйте. Добрый день. Мы уже сами путаемся, потому что съемки тут постоянно. Да, целый день мы здесь, да. И форум набирает обороты, это здорово и прекрасно. Давайте немножко о форуме как таковом, о деловой сессии, о вашей обо всем хочется пообщаться. Я, собственно, сама лично на этом форуме первый раз, и впечатляет само количество направлений деятельности, сама инфраструктура, как это все оформлено, это все мигает, кучу представителей. Это безумно интересно, и все, и мне удалось попасть на секцию по торговле. Конечно, доклады очень актуальные. Вот, я могу несколько слов сказать уже о нашей компании, да? Очень нужно, да, пожалуйста. Соответственно, компания «Совбаланс», я руковожу департаментом торговых систем. Это компания, системный интегратор, который находится в Санкт-Петербурге и работает с 1993 года. Мы партнер компании 1С с 1997 года. И самое основное, это что это разработчик программного обеспечения для ритейла. Наше программное обеспечение «Делион», оно известно не только в нашем городе, но и по всей стране, потому что работает партнерская сеть. Ну и за пределами ее тоже, у нас уже тоже есть партнеры. Самое главное то, что мы занимаемся комплексной автоматизацией. То есть мы не только разработчик, мы не только продавец. Наша задача сделать так, чтобы клиент получил комплексный подход от подбора решения до его внедрения и дальнейшего сопровождения. Основная ценность компании – это в первую очередь сотрудники. Компания сделала все для того, чтобы людям, которые в ней работают, было комфортно находиться, даже ночевать, вплоть до мытья. Ну, конечно же, учиться. Обучение – это основная часть, на которую компания тратит достаточно много сил. И на текущий момент наша компания – это 300 плюс человек и 600 с лишним сертификатов, в первую очередь 1С, но в том числе и других компаний, с которыми нам необходимо сотрудничать. Мы являемся партнером всех основных поставщиков торгового оборудования, которые есть на рынке. Вот. И мы успешно интегрируем их решения с нашими программными продуктами. Вот. Звучит исчерпывающе. Хочется только пожелать удачи вам на нашем форуме. Хочу пожелать нам встретиться и через год, чтобы вы рассказали, что у вас стало огромное количество новых партнеров благодаря нашему форуму. Огромное вам спасибо за пожелание. Я желаю, чтобы эта выставка стала еще мощнее, чтобы еще больше людей имели возможность прийти, потому что, на самом деле, слава именно вот об этой выставке, она уже далеко за пределами, мне кажется, и Москвы, и Санкт-Петербурга, потому что куча партнеров, которые я знаю, приезжают сюда специально, чтобы ее посетить. А наш пресс-центр продолжает освещать события всех дней. Спасибо большое и удачи. Спасибо.